Ежедневный контроль. В связи с новым постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова зону фудкортов закрыли. Все рестораны работают только на вынос. Сегодня городские власти провели мониторинг одного из торговых центров железнодорожного района. Как вы видите, в данном торговом центре посадочные места убраны. Частично они закрыты специальной лентой, да, и доступ туда закрыт. Поэтому требования выполняются. В случае фиксации нарушений сотрудники администрации составляют административный материал. За период действия коронавирусных ограничений в железнодорожном районе 300 таких актов направлено в Управление гражданской защиты. А на недобросовестных предпринимателей наложено штрафов на общую сумму порядка 1,5 миллиона рублей. Постоянно контролируем то, как здесь находятся наши посетители, которые приходят сюда покушать. Мы ведем разъяснительную работу, какие у нас еще варианты. Столов действительно нету, присесть им некуда. Поэтому люди просто берут пакеты с едой и уносят их с собой. Нарушений сегодня не выявлено. К предпринятым мерам посетители и предприниматели относятся с пониманием. По-прежнему в фокусе внимания проверяющих бригад – наличие масок и перчаток у работников потребрынка, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживающих средств, ведение журнала учета температуры сотрудников, проведение санитарной обработки помещений и контактных поверхностей. Соблюдение масочного режима касается и посетителей. За этим следят не только власти, но и сами сотрудники. Мария Елчан, Константин Головин. События.